позвали нас Никита, и сегодня мы будем собираться в школу по оранжевому цвету, как моя куртка, потому что уже скоро школа. Очень удобно, там повезет. И давайте начнем что-нибудь уже. Первое нам надо... Он уже прям смотрит на меня. У нас есть вот такой вариант. Это большой пенал с большим пенал. И теперь надо Короче, пойду в школу с этим портфелем. Может, как не весело. Может, выиграем. Что-нибудь, что есть оранжевое на портфеле, на другом? Да, да, вот. Вот, всё, тут есть морковка. Тут есть морковка, можно взять. Ещё там скидки. Прикольно. Да, классно. Положим. Так, что мы еще поставили? Кстати, ребята, я вижу, что я на своем канале. Но они, к сожалению, не для нашего челленджа. А мы по упаковке или по внутренности смотрим? Там есть оранжевый, есть? Да, вот. Это мы берем. Тут можно взять еще такой пенал, но мы все-таки возьмем большим замком. Краски не хотят закрываться, потому что возьмем что-нибудь еще. Я заметила, что тут очень мало канцелярий, а в оранжевом. Вот тоже мы берем. Розовый, ну? Мы берем целую упаковку. Хватит надолго. И она оранжевая. А, ну тут она зеленая, потом мы это не знаем. Такие же. Тоже берем. И поехали. О, у нас розовый цвет. Ручка очень важна. Не важно, что это может быть. Ой, тут столько всего оранжевого. Смотрите, какие ручки классные. Вот это, не знаю, это оранжевый или желтый. Ближе к желтому. Да. Вот еще вот такая. Что такое? Как вы думаете, вот это за оранжевым будет считать? Будет. Набор ручек. Супер тележка. Ну, и тут уже все. Все, выжишь. Почему это не оранжевый цвет? Что ты меня дразнишь? Что тут есть еще оранжевое? Я нашла. Вот напишите в комментариях, это оранжевое или нет. Я думаю, что оранжевое, поэтому тоже беру. Я нашла отдел для мальчиков. Тут сто пудов что-то должно быть оранжевое. Я ничего не вижу. Вы видите? Я нет. А, ну только оранжевые упаковки. И это у нас уже есть. Ну, короче, для мальчиков нам ничего не надо. Пока. Мы нашли оранжевую собаку, поэтому берем вот эту папочку для А4. Листов складываем. Ну, конечно, она более розовая, но тут есть вот этот песик. Песик. Так, подсказывайте, что тут еще есть оранжевого. Ничего нету. Где тут еще что-то есть оранжевое? А, посмотрите, видели все вот оранжевые вот эти вот? Скажи, вот это оранжевое, вот это все? Все оранжевое, поэтому берем. Надо так сочетать, все хорошо. Я нашла тут такой альбом, то есть альбомы. Мы потом на кассе их разделим. Поэтому беру целую бомбину оранжевенького. Клей, клей. Оранжевый клей. Тоже берем. А нет, он не цветной. Опа, на. Берем.
Оно все оранжевое. Кроме этого. Мне кажется, тут можно... Можно весь стеллаж забрать сразу? Нет? Ручки очень надо. Возьмем еще вот такие гелевые. Тоже берем. Туда, прямо в канцелярию. Ластики, ластики, это моя любовь. Ребята, а можно вот все вот тут вот, вот так вот выжили? Гай, ставьте лайк за вот эти ластики. Так, ладно, не вечаем. А еще? Так, щелочка, еще одна. Еще как-то. Ребята, это что, это что? Я думаю. Блин, жалко, что тут нет оранжевых пончиков. Ну ладно. О, одна. Я иду во второй класс, мне кажется, вот это нужно будет? Ну, все равно. Потому что все в жизни все. А если бы в гибридной? А, блин, вот так вот они сделали, если типа оранжевое было. Но я тут ничего не вижу, поэтому надо смотреть. Банана-ручка. Я знаю, что это. Пойдемте в следующий отдел. Нет, не следующий. Это просто наше печенье. Надо снять челлендж. Настя покупает все с собаками. И с кошками. Ну, правда, такое, да? Так, мы ищем оранжевое. Как вы думаете, это будет считаться? Mm-hmm. Будет? Mm-hmm. Может, мы как-нибудь... Ну, клей раньше. Клей, клей, лен. Оранжевый. Безлимит. Нас это будет все. Клей наружу. Может, еще челлендж, где Настя покупает все с единорогами? Корректор? Там написано. У меня был такой корректор, он такой ужасный, что он... Вот, 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 моя любимая штучечка. Я взяла все вот эти коробки, если бы коробка эта... Вот. Нет, оранжевого цвета, поэтому прости. Ну что, ребят, пора прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Настя и Кита. И пишите, может нам снять еще какой-то челлендж. Поэтому пока.